Идеальный городской автомобиль, казалось бы, создан самим городом. Универсальный, проворный и стильный «Шевроле Спарк» – это пятидверный компактный автомобиль, оснащенный множеством полезных функций для городской езды. «Шевроле Спарк» в первую очередь создавался для молодых, активных людей с активной жизненной позицией. Вот. Для тех, кто любит городские джунгли, кто постоянно в движении, вот, кто ищет что-то новое. Главная новость – центральное расположение приборной панели. Перед водителем лишь гирлянда контрольных ламп. Здесь есть датчики непристегнутого ремня и незакрытые двери. В общем, о безопасности хозяина «Спарк» заботится на все 100. Пара подушек безопасности, ремни с преднатяжителями, задние подголовники, петли для крепления детских креслиц. Можно еще совсем как у взрослых и АБС заказать. Сейчас мы видим представлен автомобиль у нас «Шевроле Спарк». Это, опять же, это абсолютно новый автомобиль. Это четвертое поколение автомобилей. Он не похож ни на Deo Mantis, ни на Chevrolet Spark предыдущего поколения. Это абсолютно другая новая машина, выполнена в современном дизайне. Внешний современный вид и также внутренний вы могли наблюдать сейчас. Очень все современно, все здорово, все красиво. Первая, вторая. Крохотная стрелка тахометра мечется на голубом фоне шкалы, будто мячик по столу для пинг-понга. Спарк мчится вперед так, как срывается с места щенок, когда его поманят лакомой косточкой. Даром, что из декоративных его прыти до 160 км в час может позавидовать чистокровная гончая. Хорошая машинка, не чувствуется, что маленькая. Бойкий и экономичный мотор, яркий интерьер, маневренность, современные средства безопасности, вместительный салон и совсем не крохотный багажник. Все это по вполне демократичной цене и есть «Шевроле Спарк». Официальный дилер автомобилей «Шевроле» автосалон «Атлант М Авто» приглашает и вас испытать непередаваемые ощущения езды на новеньком «Шевроле Спарк». Татьяна Суворова и Владислав Гафеев для программы «Оперативный эфир».